Мы здесь первый раз. И, кстати, этот зоопарк не работает зимой. Декабрь, январь, февраль он закрыт. То есть возможность осень, лето и весна, чтобы посмотреть на зверяток. Мы ведь с мамой Левчики идем смотреть на льва. Каждый раз, когда вы идете в зоопарк, вы хотите увидеть львов вот такими. А реальность, она вот такая. История, как перевозили сюда львов. Вот первого льва сюда привезли с Варшавы. Этот зоопарк находится в очень большом гданьском парке, называется Оливский парк. Папа, мы сейчас идем смотреть на жирафчика. Там вот даже, по-моему, там зебра даже ходит с ними. Они зебры не сидят. Идем смотреть слона. Какие-то грустные слоны. Посмотрели на слонопотамов. Идем дальше. Здесь огромный 5-звездочный отель для оводов. Прям 5-звездочный отель с огромным количеством апартаментов. А львы так и не вышли, вот только он искусственные стоят. Валяются там бездельник. Вот такой машинкой можно прокатиться по гданьскому зоопарку. Зайка, так ты реально, ты фанат бегемотов. Мордочки такие тупенькие у них, у этих кенгуру. Смотри, какое чучело. Mm-hmm. Эй, чучело. Это он? Похож. Однозначно он. А теперь моя любимая. Як. Бурбон полный. Очень деликатный процесс. Территория зоопарка просто огромная. Просто огромная. Он находится в лесу, в каких-то холмистых местах. Тут горки такие крутые. Я не знаю, в Варшаве раз, наверное, 5 или 6 меньше. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Yeah.